Спасибо платформе «Премьер» за интерес к документальному кино и к этому фильму в частности. Мы тут собрались в такой уютной обстановке. Я хотел бы, чтобы вы, зрители, которые сюда пришли, поприветствовали людей, которые создавали этот фильм. Настя Рысина, креативный продюсер от студии «Горького», которая тащила этот фильм 3 года на себе. Кагершин Сагиева, который автор фильма. Все это придумала, взяла все эти интервью. Полина Шевченко, Маша Глебова, продюсер, которые все это своими руками создавали, собирали все это воедино. Маша Серпионова в титрах, да. Дима Алексеев, человек, который оживил Раису для вас, чтобы мы могли ее слушать так, как будто... Ну, как будто она жива, как бы качественно это не звучало. Спасибо также представителям Горбачев фонда, благодаря которому это стало возможно, которые дали доступ к материалам. Каждый определит для себя, про что это кино. Мне кажется, это кино про столкновение личной жизни и политики, про любовь, на которую политика повлияла. Но на самом деле каждый делает свои выводы и... Для этого, в общем, мы и собрались, чтобы посмотреть. Я хотела бы подчеркнуть, что в фильме очень много хроники, очень много видео уникального, которое не было где-либо показано до, и я надеюсь, что вы оцените эту археологическую работу, которую мы проделали, убирая каждый кадр и склеивая все это воедино, собирая этот портрет из микрочастиц буквально. И кажется, это получилось, но на самом деле судить вам. Действительно, 3 года жизни, как сказал Родион, на наших плечах женских, пока он не присоединился, мы все это несли. Действительно, большая работа, тяжелая, трудная. Я хочу сказать спасибо всем коллегам, своим киностудии имени Горького, кто, в общем, терпел все это время продакшена. Вот. И большое спасибо всем героям, которые согласились участвовать в наших съемках. Сегодня здесь вот Алла Александровна, прекрасная, вообще невообразимая. Я думаю, вы все в нее влюбитесь. Мы тоже после фильма. Да, действительно, вот такие люди, хранители информации, как Алла Александровна, вот этих знаний, то есть мы как будто бы прикоснулись к этой эпохе, к людям, ну, что-то живое удалось, мне кажется, через них передать. И мы, я думаю, что вы посмотрите фильм, что говорить там, все смыслы, которые мы закладывали, я думаю, что вы все их считаете, увидите фильм о любви, о мире, в общем, спасибо, что пришли. Все, приятного просмотра. Микрофон хотите? То, что не надо. Да возьмите вот он здесь. Возьмите, пожалуйста. Значит, я скажу одно. Я родилась в 37 году. Я самая старая здесь и вообще, наверное, самая старая уж, как говорю. Все сейчас говорят, осталось я и Паша Фит, больше никого. Значит, правда, да? Я права. Значит, вы знаете, эти люди, вот эти ребята, не знаю, творческие, создали великий фильм, великий. Потому что вот люди, которые здесь сидят, что-то знают. Но никто ко мне приходит, студенты. Ко мне приходит телевидение через день, которое не знает ничего. И это счастье, это огромная заслуга. И надо сделать все, чтобы этот фильм увидели как можно больше людей. Спасибо вам большое.